Здравствуйте, любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены. Вы знаете, ровно год назад на стриме и после я выбил себе своего замечательного Билзебаба, вот этого. Ну, еще у меня есть плей-офф Билзебаб. И знаете, прошел год, знаете, что я подумал? Я подумал, что пришло время, самое время пошалить. Как вы думаете? А пошалить в MyPick-ивенте? Как вы думаете? Пошалим? Перед тем, как я начну шалить, я бы хотел узнать, у вас кто-нибудь из друзей и знакомых крутил, что-нибудь выбивал интересное? Или этот человек настолько же успешен, как и я, может выбить ничего здесь? Собственно, вот, я выбрал Кабернет, ну, Виолеточку и Сару, да. Ну, разумеется, здесь выбрал вот этот вот Пейнс, да, который там всякие атрибуты, все такое убивает. Я надеюсь, если вдруг выпадет, а я очень надеюсь, что выпадет, правда, было бы очень странно потратить примерно 100 евро и ничего не выбить. Хотя все возможно. Ну, давайте, друзья, начнем. Крутить я буду как прошлые года, и сразу по 5, потому что по одному я, по-моему, ни хрена не выпадало. Ну, давайте начнем отсюда. Начнем пятерочку, крутим, вертим. У нас ровно 10 крутилок. Рарочка падает. И это у нас Z-карта, обычная карта. И вот это. Хм, у нас упала обычная карта. А почему у нас обычная карта упала? У меня что стоит? У меня стоит N-карта, это вот это, а у меня упала обычная. Почему стоит обычная? Эй, надо что-то исправить. Ну хотя ладно, пусть будет. Че исправлять, правда? Че исправлять? Пусть падает. Вдруг упадет. И. Самое главное, что выпало что-то из великих легендарочек. Рарк. Вторая рарка. Снова нам падает здесь. Нам вип на 7 дней. Вип на 7 дней вроде падает здесь, да? А, он выпал отсюда, снизу. Или не отсюда? Нет, отсюда он должен был упасть. А сейчас випка выпала отсюда же. Как-то все странно работает. Откуда випки там? Или он берет из всего числа? А, он из всего, наверное, убивает. Так, голд. Ну, голд. Голд, как говорится. Ладно. На то есть один плюс, ребят. Можно выбить всякое шелухи ненужные. Пока так тащишь. А, еще один голд. Ну, две рарки, два голда. И куча вот такой брехни. Интересно, что-нибудь. Из 30. Нам уже, кстати, 25. Ровно половину потратили из того, что было. И все хуже. О-о-о, вот это я понимаю. Это легенда просто. Куча фристайлов. Куда же их засунуть? Так, засовываем. И... Рарка снова. Чуть-чуть. Я чувствовал, что где-то... О, опять Z-карта. Тебе что там за Z-карта? Я даже не видел. Надо видос снять по Z-картам по-любому. А давайте бахнем сразу же пятерочку отсюда вот. Давайте сразу, чтобы отсюда и так пошло, и голд. Ребят, знаете, что я хочу сказать? Хочу сказать, что осталось 3 крутилки всего. И это 100 евро. 100, это 8 тысяч рублей. Они не вообще херили там? Ну-ка, давай. Голд. Какой нахуй голд я? Пошли его нахер своим голдом. Не, нам голд не нужен, нам нужен. Давайте что-нибудь потыкаем еще. Отдельно потыкаем. Называется игра «Как проебать 100 евро». Вы когда-нибудь проебывали 100 евро? А я, походу, сейчас этим и занимаюсь. И так пошло дело. Пошло. И... Опять голд. Жизнь боль. Жизнь печальна. Жизнь очень печальна. Да, у меня голос уже грустный, чувствуете? Давай. Ну. Сука, опять голд. Так, у меня еще есть 800. Целых 800, я могу на 800 выбить целых одну вытащить. Давайте одну берем. Берем одну, крутим одну. По одной пошло. Я чувствую, оно где-то рядом. Нет, ни хрена не чувствую на самом деле. И опять голд. Друзья, кстати, напишите, если вам что-то выпало полезное. Не голдовское, вот. Ну, я имел в виду легендарное что-нибудь выпало. Там вашим друзьям напишите. Может быть, кто-то более счастливый, чем я. И так. И... Ёпта, опять голд. По одной вообще вечно голды падают. Итак, у нас есть последние. Последние замечательные 230 крутилок. И так, пошло дело. Пошло или не пошло. Итак, опускаем перчаточку и... Еще лучше. Одно лучше другого. Песнь, просто сказка. Итак, я отошел, поплакал, пустил слезу. И что вам скажу?
Скажу, что нихера не выпало. Нихера. Не знаю, кстати, если кому-то из вас что-то выпало, то обязательно напишите там в комментариях, если вам что-то выпало. Я хотя бы порадуюсь за вас. А у меня, как вы видели, ничего не выпало. В общем, как-то так. Вот так вот 80 тысяч рублей улетает в никуда. Собственно, они пришли, они ушли, и все вот так вот все выглядит. Ну, на этом, собственно, и закончу. Всем счастья, здоровья, любви, а я пошел плакать. Ну что, думали, я сдался, да? А вот нифига, нифига, я пока все не в дольню всю зарплату, вообще никуда не уйду. Короче, значит, я тут решил зайти на своего персонажа, счастливо, мою центровую, она мне всегда приносит удачу. Зайти в мой пик, да. У меня 12 тысяч G-кеша. Итак, мы заходим сюда, 12 тысяч, жмем 50 штучек, покупаем их. Покупаем. Фух, была, не была. Давайте пятерочку мы делаем по одному. Вот пятерочку. Раз, давайте пока начнем. Типа размяться, знаете, там ручки. Опа, карточка, N-карта. Можем улучшить N-карты. Итак, еще разочек. Пока рассказывайте, что у вас интересно прошло. Еще одна рарочка, уже две рарочки пошло. N-карта. Нормально пошло, нормально идет, идет потихонечку. Видите, уже рарки достаем. И тут и пошло. Еще одна рарка, третья рарка. Ну, слушайте, три рарки, три N-карты. Ну, давайте, давайте. Уже должно что-то святое вылезти. Святое, легендарное. Давай. Так, видите? 46. Как так? Давай. Легендарно. Ну, я верю тебе, фристайл. Я что, столько лет играю просто так, чтобы ты мне ничего не дал? Теперь мы жмем пятерочку. Пятерочка, у нас супер комбинушка. Пятерочка пошла. И-и-и! Рарка, сука. Рарка, N-карта. Ну, N-карта, кстати, тоже неплохо. Но мы здесь не за этим. Мы тащим по одной теперь. По одной легендарной. Давай. Сару, Мика, Кабернет. Так, не сегодня. Может быть, нам однажды повезет. Итак, опускаем крючочек и... Блять, не туда пошло. Давай, мы сможем. Давай, я верю. Ты веришь в меня? А я верю в себя. Давай! Голд. Что-то как-то все идет, знаете, вот по пи-пи-пи-пи. Вот, знаете, пи-пи вот этого. Давай. Но. Блядь, все ниже, все хуже. Ну, как-то не так. Что-то не то. Давай, засовываем руку. Пошло. И... Голд. Нихера подобного не видел раньше. Прекрасно, вот я... Ладно. Ох ты, мое подружание, что-то ты как-то мне... Давайте займем на свою самую первую СФ. Вот мой самый первый персонаж, который я создал в этой игре, это был этот СФ. Может быть, она у меня удачливая. Я, конечно, понимаю, что, в принципе, ничего не зависит от этого, но... Вдруг она мне принесет удачу. Вдруг эти миллион, это замечательный персонаж, бахнет нам. А что бы нет, как говорится. Надо верить в чудеса. Заходим в MyPick. И продолжаем тянуть по... Ну, давайте сейчас пятерочку бахнем. Пятерочку пошла. Пошла пятерочка. Пятерка, давай. Легендарная! Блять, рарка. Н-карта тоже хороша, но, блин... Давайте по пятерочке. По одной. Знаете, когда по одной тяну? Хоть падает всякая вот фигня, типа голдовая, не голдовая, все такое, да? Но как-то... Как-то оно будто бы немножко... Ну, роднее к душе, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете? Тихо, музыка замолчала. Неужели? Бля, просто музыка закончилась. Ебаный в рот. Я думаю, что случилось? Музыка молчит, слышите? А, нет, звук есть. Это просто у меня в наушниках что-то происходит. Рарка. Ой. Ну где? Где-то? Давай. Не дает. Давайте. Пятерочка, легендарная пятерочка, Пятифаныч. Сука. Ох, друзья, не знаю, что-то вот, знаете, я вот тяну. Это же вторая сотенка пошла, скажем так. И какая-то эта вторая сотенка совершенно несчастливая. Вот я вам скажу. Потому что, ну, не знаю, сколько нужно вдвойне, чтобы он было что-то, ну, достойное, скажем так. Достойного вашего внимания, да. Не знаю. Короче, сейчас я тащу пять раз, да. Мы всякую сейчас фигню протыкаем здесь. Ой, какие звезды. Посмотрите на них, аля, как они умеют, как бросают. Короче, мы сейчас все это протыкаем, сейчас пятерочку, и потом бахнем.
Три раза по 5, и все. И я больше не буду крутить. Я сейчас кручу вот при вас. На этом персе я больше не буду ничего менять. Ну, сегодня явно удача, походу, не на моей стороне. Не в этот вечер. Не в эти миллион долларов, как скажем. Блин, на самом деле, подумал, что музыка замолчала, потому что вот она, удача рядом с нами. Но, оказывается, удача была совершенно не рядом с нами. И, да, жизнь боль, потому что ничего не упадает. Ну все, последние 5. Извиняюсь. Блин, надо было оставить одну, да? Наверное, было, чтобы последнюю такую одну, типа, вытаскиваешь, а там легендарная. Блин, я доставал же эти легендарные. Они же там были, я верю. Давай, я закрыл глаза. Ну, давай. Блин, что там? Говно какое-то, да? Все говно. Легендарных 0. Давай. Ну же. Опять рарка. Ну, не знаю, друзья, не знаю. Ну, вот, кстати, зато энкарты я натащил нормально. От души, скажем так. Мне кажется, те, кто кому не везет, но зато упадает энкарты, им очень везет в любви, скажем так. Итак, я вернусь на своего персонажа основного. На своего основного персонажа. На своего СФа замечательного, да. И нажму один замечательный раз, тыкну, и все. И на этом я закончу. Потому что выше уже прыгать некуда. Просто, значит, не везет, как говорится. Не везет в рандоме, а мне никогда не везет в рандоме. Хотя Белзебаб же выпал. Может быть, игра мне подсказывает, что играй на СФе. СФ — будущее фристайла. Но не сегодня. Итак, знаменитая чемпионская пятерка. Пошло. Опускается рука. Я беру легендарную рукой, поднимаю. И хуй-то тым. Хуй-то тым я поднял, как говорится. Но у нас есть еще 655 джекеша. Это минимум 2. Минимум 2 замечательные джекешины. 2 берем, последний. Это же последний, просто all in. Просто всю судьбу поставил. Вся судьба на кону. Здесь или сейчас. И легендарно, давай. Не, ну сегодня рандом явно не на моей стороне. Ой, бля, не то нажал. Коинс. Пошли его, коинс. Я ему так 200 бахнул. Ваши коинсы эти. Рар. Ну, да. Легенда ползал, как говорится, где-то рядом, но не в наших руках. Ну все, друзья, на этом я точно заканчиваю. Больше некуда, как говорится. Игра наебала меня, но ничего страшного, как говорится. Ладно, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения. А я с плохим настроением пошел пить чай. Всем пока.